Если редкую нахожу, забираю сразу. Там нет ничего такого. Ага. Знаешь, мне так все говорят, пока я не зарабатываю хороший кэш на этом. Вы все так говорите. Незнание закона не освобождает от ответственности. Да. А вот и редкая. Вот тебе и йогу. Вот еще. У Володя, кстати, нашел несколько монет. Мы продали около 1000 долларов. Купили машину ему. Хорошую причем. Да, конечно, ребята гонят эти все судприставы. Вообще классно без этого вообще. Сахара вообще как бы. Вот так и Да, надо. без сахара бомба. Я ж тебе говорю, я себя приучил Угу. и по весу шикарно, и по всему. Вообще классно. Ну, кофе обалденный. На, ты узнай, сколько, как он называется, если я тоже такой. Ну, вот уже нашел 4 монеты, прикинь, уже где-то 300 гривен. Я их Нет, мне себе на заберу. 105-й год надо. Я их себе заберу. И выучил же год, а? Выучил же год. Это мне там знакомый продал. Рубль 95-го. А что оно именно рубль 95-го ценится? А там тираж 50 тысяч всего лишь. Уже она стоит. Вчера я заходил. Уже цена одной монеты до 800 гривен. Одной. Да? Да? А этот дурак за 300 гривен продал сосед. Ты? Да сосед говорил, да, я продал за 300 там. А. Сразу Не, забрали. но цены все время меняются. Мне это давно не говорил. Брехня все. Вообще, говорят, 500 стоит, я там. А вдруг у тебя тут есть? Вот я нашел уже одну иностранную. Это очень дорогая монета. Уже 300 гривен. 300 и 300, 600. Вот редкая 94-го. 500. А там нету 95-го. Ой, это масса. КамАЗ. Потому что мне этот раз новый. Знаешь. Ну а как мы с Володей машину купили? Как-то ж купили. Или ты считаешь, что мы баюбесы? Да. Ох, это масс. А вот, кстати, третий штамп, предки. Ты нашла это? Кого? Нашел это. Ну. Там черный, я понаходил. Черненький, да. Ходишь, собираешь? Там конечно научил. Пахнет это, слышишь? Вообще. А, липа. Угу. Дуа липа. Это что? Извините, у нас это. Потом придешь ко мне, если будем чай пить. Не, я больше к тебе не приду в гости. Как хочешь, к Володе пойдешь. Володе напишем. Позвонишь. Бедный, он так не его жалко, блядь, сука. Тише, тише. Тут все слышно в камеру. А, я ж снимаю. А то ты кстати, наговоришь сейчас. на Вайбер ему позвонили. А то ты наговоришь на статью сейчас. Сейчас, куда ему звонить? Там у него есть, а нет. Ну что, вот уже 650 гривен я нашел монеты. С поворотами, выкусы. А ты говоришь нет. Сети был 2 минуты назад. Копает, наверное, батяня. Да нет, Саня, мне не разрешают. Он сегодня сидит под ключом, под замком сидит. Я не могу. Где ты? Где ты, друг мой?
Нет, ты друг мой золотой. Знаешь, что ответ-то? Смотри, мои деньги считаешь. Мои деньги считаешь, я вызвал. Вызвал, говорит. Да. Ну а что делать? Денег нет сейчас. Скажи, мы на камеру все записываем. Кого-то записывает на камеру. Ему все равно. Что ты там, дядя? А, в гостях ли? А, понятно. Спроси, ездил он на коп? Не ездил. Не, не сегодня. Я этого ничего не нашел. Ну, вчера, понятно, ты это, под замком был. Ты. Позавчера. Не, да. Ладно, да, Володя, давай. Неприятно было общаться. Что ты привет передаешь ему? Тут, слышишь, он все рассказывает людям. Слышишь, как будто вот я маленький гад нашел. Бате, короче, машину купили на эти деньги. Это записывает и такой чудный несет, слышишь? Понятно? Говорят, мне батя машину купили на эти деньги на украинские. Такой чудный несет. Да, 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 очко расходит. Да, да, да. Да. Не мешай мне. $50 пересмотр. Меня там асы кормят, тут и поет. Тут уже на $600, Володь, нашли монет. На $600 уже нашел. Ценных? Да. Да? А где ты взял? Тамас подарил. Вот сука такая. Сука такая. Там ничего нет, он обманывает. Да, я никогда не обманываю. Что ж ты меня позоришь перед подписчиками? КамАЗ, ты что? А? А что он на машине приехал? Он на машине приехал, пить не может. Не, я пью. Ты что? Ну давай выпьем, если хочешь, да? Так, ты что, за рулем? А. Чтоб мне еще? Да ладно, я пропью с лекарства, потом выпьем. Кайфуем. А? Сегодня мы с тобой кайфуем. Да, у меня там, где-то. Не там, где ты был. Не там, не на Салтовке. В четвертой квартире его. Не, тут, а, на Салтовке. Тут, а, тут. Тут, а. Я живу там. Ладно, дядя. Ты ему расскажи. Будешь, дядя? Дядя. На, то есть. Володь, ужас, по торгам вообще очень, очень херово. Вижу, я тебя сейчас еще на камеру сниму. Сейчас еще на камеру сниму тебя. Ты дорогой же. Ты дорогой мужчина для нас. Давай, батяня. Да, конечно. Я что, на дурака похож? Подъехал, говорит. Давай, дядя. Да, да, дядя, давай. Дядя, тетя, блин. Подъехал к нему. Так, ну что, вот уже еще $100 нашел я, монеты редкие. 6 ягодники, 2, 2 выкуса, 2 поворота. Класс. Я так с вами банкротом останусь, понимаешь? Тому посмотри монеты, тому пересмотри. Знаешь, Томас, за просто бутерброд и кофе мне не хочется тут работать, батрачить. Давай я тебе еще принесу. Кого принесу?